Привет-привет. Какой-то это очень такой внезапный получился влог. Я зашла в свой любимый магазин и решила вам показать. Здесь всегда красивые вещи продаются. Сейчас готовятся к Новому году, уже все в новогоднем стиле, елочные игрушки и так далее. Магазин называется Франк Франк. Это японский магазин домашнего интерьера. И продукты его разработаны с концепцией просто и стильно. Есть такие косметички новые появились, пушистые. Тапочки мне так нравятся, беленькие. Черные еще такие есть, беленькие, пушистые, прикольные. Понравились мне очень. Вообще, на самом деле, всегда захочется в магазин, глаза разбегаются, все хочется, все нравится. Потому что действительно все такое стильное. Магазины Франк Франк есть в Японии, Гонконге, Корее и Сингапуре. Зайчик какой-то прикольный. Косметички разные. Серые, белые, розовые. Мишки, игрушки какие-то. Вот новенькое что-то появилось. Халаты мне нравятся здесь. И полотенца. Единственное, что многие очень... Контейнеры пластмассовые. Это, конечно, обидно. Соль для ванн. Нет, такие бомбочки в виде конфеток. Вот тоже стильные очень контейнеры для шампуня, кондиционера, гели для душа. Всегда смотришь, думаешь, стеклянно, но на самом деле пластмассовое оказывается. Ну, на вид оно не кажется пластмассовым, но очень жаль, конечно, что они пластиково это делают. Но у японцев нет такого ощущения дешевизны, когда что-то из пластика сделано. У них такого нет вообще восприятия пластика. Это гель для душа. Кажется, как будто бы это шампанское, но нет, это гель для душа. Бомбочки для ванн. И запахи тоже очень классные здесь. Вкусно все пахнет. Бомбочки в форме макаронс. Вот в этом магазине любят все в форме макаронс делать. Подушечки, бомбочки. В форме конфеток для ванны. Сейчас вам покажу. Там разные формы, сердечки, звездочки. Тоже средства для ванны и душа. Вообще практически это мочалочка. Прикольно так и тереть. Так вот, вообще практически во всех магазинах, где домашние всякие вещи, там очень часто продаются еще и одежда, косметика какая-то. Бывает, она вообще не из этой фирмы, другую какую-то фирму поставляют. Но вот так вот, практически во всех магазинах. Не только домашняя, но еще и косметика и так далее. Зубные щетки, стаканчики для них, вернее, подставочки такие. Сколько много полотенец здесь. Тоже красиво. Такие
такие вот красивые шпажки. Все уже в таком рождественском стиле, в красном цвете. Жемчужины, подставочка красивая. Пластмассовый. Кажется, вот так смотришь, да, стеклянные, но на самом деле они пластиковые. Это очень как-то обидно, потому что вроде и хочется, но пластиковые не хочется покупать. Конечно, можно пластиковое что-то такое купить на пикник, чтобы пикник был вообще таким гламурным. Конечно, стекло здесь продается, и его достаточно много. Это не пластиковое. Вот на самом деле смотришь и не можешь угадать, вообще пластиковое это или нет. Вот я не могу. И я вот каждый раз только подхожу и трогаю, чтобы понять, точно ли это пластик. Такой вот контейнер с дозатором для кухни вместе с мочалочкой уже идет. С сердечком, вот мочалка есть. Ну, пластиковые тоже, конечно же. Фартуки такие красивые, что даже, не знаю, как-то хочется, даже как платье прям. Действительно, как-то красивые, сделанные. Больше напоминают платья какие-то. Джинсовый фартук с кармашками. Опять вот макарон, спонжики. Так, ну это, наверное, тоже для кухни. Да, спонжики для мытья посуды. Это все тоже для кухонных штучек, для спонжиков, для бутылочек, гири для мытья посуды различные. Как это сказать, контейнеры металлические, не пластиковые. Хотя изначально я посмотрела и подумала, что это пластик. Но нет, они металлические, зеленые, розовые. Я пришла вот за этим, за вешалочками. Но их что-то оказалось как-то мало в комплекте. Конечно, я понимаю, что такие вешалки не очень хорошо для одежды, но они мне очень понравились. С кошечками. Симпатичные, ну и обычные здесь такие, металлические. Вот такое, я помню, у нас было в детстве в 90-х, вот такая сушилка. Здесь они до сих пор такие штучки. Но у нас, возможно, привозная какая-то была, потому что часто за границей родители были. Пробочки для бутылок. Вот сердечко, коронка. Ну, они резиновые. Такие немного. Вот металлические. Тоже сердце, звезда. Вот эти прикольные выглядят, конечно. Тоже пластиковые. Но это, конечно, видно сразу, что это пластиковые. Вот бутылки тоже красивые. Я не знаю, мне так все нравится, но оно, то, что мне нравится, оно пластиковое оказывается. Не понимаю, почему вот они так прям вот любят, по-моему, этот пластик. Вот это стекло. Подушка в форме макарон. Разных цветов здесь есть. Ну вот, неплохая лампа. Ну, необычная. Мне, конечно, не так уж она прям нравится, но мне показалось, что она необычная такая. Фигурки, цветы, украшения для дома. Это искусственные цветы.
выглядит очень реалистично. Вот это интересная штука, я уже который раз на нее смотрю. Я не знаю, как шкатулка, может, назвать. Так в форме бриллианта. Красиво. Тоже мне вот понравилась эта коробочка. Вовнутри она бархатная. И эта крышечка тоже зеркальная вовнутри. Большая, маленькая есть. Прям мне очень понравилась. Не знаю, что туда бы я поместила, но мне хочется ее. Бархатная.